Все, проходим, проходим. Перчатки положили ему туда в сторону. Паше было недавно день рождения. Сколько лет исполнилось? Семь. Семь, целых семь лет. У нас по традиции нашего клуба каждый воспитанник по желанию может проставиться. Как правило, это происходит в выходные дни, когда первый зал у нас свободен. Так что все воспитанники, родители, имейте это в виду. Я хочу, чтобы у Паши было много друзей, чтобы он учился в первом классе и во всех остальных классах на пятерке, и чтобы он никогда не болел. У него всегда было хорошее настроение. Я поздравляю Пашу, чтобы у него было много друзей, он не болел и учился хорошо. Я желаю, чтобы у него много друзей было, и он никогда не болел. Что-нибудь такое, ну, прикольное, патриотическое придумывайте, да, давай. Паша, я тебе желаю, чтобы ты был сильным, был здоровым, и у тебя была очень хорошая работа. Молодец, молодец. Я желаю Паше, чтобы у него было много друзей, и он учился на пятерке и побеждал в турнирах. Давай. Я желаю Паше, чтобы он хорошо учился, слушался маму и хорошо боксировал. Красавчик. Давай, Влад. Я желаю Паше, чтобы ты всегда был сильным и всегда... Сильным? Да. Красавчик. И чтобы всегда был здоровым, всегда был счастливым. Отлично. Давай, Даниэль. Я желаю ему всего то, что он хочет. Так, это у нас маленький нюанс. Чуть-чуть ребенок плачет, потому что получил. Да? Получил? Из-за чего плачет? А из-за чего? Все нормально бывает. Поехал, давай. Желаю тебе быть ловким, смелым и очень отважным. И чтоб ты очень хорошо боксировал. Лучше всех. Давай, давай, молодец. Так, давай, 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 младший. Леонидас, Павлиди второй. Давай что-нибудь такое прикольное. Я тебе желаю, Юж, чтобы ты всегда хорошо участвовал на тренировках. Ну, скромность, сестра таланта. Давай, Крученков. Я желаю, чтобы у тебя было много друзей, чтобы ты был здоров, учился на одни пятерки, и у тебя было... И чтоб ты хорошо боксировал. Давай. Я желаю тебе, чтобы ты учился на пятерке, у тебя была богатая семья, у тебя были крутые машины, и чтобы ты был самым сильным. Молодец. И замыкающий. Паша, я тебе желаю хороших снов. Хорошо, хорошо. Видимо, у тебя плохие сны снятся. Реально плохие снятся. А плохой сон. Тихо, а плохой сон что это значит? Ну, к примеру. Двойку ты поставил? Я тебя наругал. 100 раз поставил, сжиматься нет. Ладно, я в свою очередь тебе желаю, знаешь, как сказать, всего и все. Главное, у тебя сейчас учеба, как ни крути, да? И Ярополк. В Ярополке не только спорт, и общение, и творчество. Мы вас всему учим, поэтому только вот эти 2 критерия. А скоро я планирую с Нового года учебного, то есть родители, скорее всего, все, кто будет учиться на одни пятерки, ну, у нас же дневники, проверка идет, мы не будут заниматься бесплатно. Кто будет учиться на, ну, это, наверное, мы где-то только с 4 или с 5 класса будем вводить. Потому что, ну, у вас у всех, как правило, все хорошие оценки, а там уже начинается проблема. Все, кто учится хорошисты, они будут платить 50%. Хотя у нас, в принципе, так и значительные цены. 4000 рублей в месяц за 5 раз в неделю, а некоторых и 7.